Ну, Катечка, ну, пожалуйста, успокойся. Ты 2 часа уже плачешь. Что случилось? Ой, девочки, я так больше не могу. Ну, что в итоге-то случилось? Ну, я его ненавижу. Со мной еще никто так подло не поступал. Ну, как можно быть таким? Кать, значит так. Давай ты сейчас успокоишься и расскажешь нам, что он сделал. Понимаете, он мне за фотографию в одноклассниках 2 поставил. Подло. Это что ж, твой парень тебе 2 поставил? Да нет, я этого козла даже не знаю. Это какой-то Алексей Греков из ТВ. Вот козел. Ему нужно мстить. Такое зло безнаказанным оставаться не должно. А знаете что? А давайте мы ему тоже 2 понаставим, а? Ну что? Да. Алексей Греков из ТВ. У него нет